Всем привет на моем 281 стриме. Что ж, еще одна попытка убить Гравимена в I Wanna Kill the Camellia 2. Уже 28 стрим, а попытка убить Гравимена, не помню какая по счету, то ли 4, то ли 5. Привет, Гейн Стори. Забыл, что я музыку сменил. Вроде без ориентиров уже получается. Да блин, ну нормально для первой попытки, я вам скажу. Не веришь то, что попал на начало стрима? Почему? Как дела, Гэн Стори? Привет, Данил. Че, я дурак, что ли? Но музыка я сменил еще на прошлом стриме. Ты, видимо, ушел. Я прямо во время стрима сменил. Вот задолбала меня что-то эта музыка с Мегамена. В принципе, никаких новых тактик, ничего у меня нету. Просто продолжаем делать попытки и все. А, Марио все-таки уже упал на рэпе. Ну, все. Дальше-то изи осталось. Четвертый мир. Ну там гравитрон. Без сейва.
Тебя Ланта на рэпе вообще легкая очень. Ну, правда, у нее аж, по-моему, 500 хп, если я не ошибаюсь. Но, что поделать. Зато атаки, в общем-то, ну, ты знаешь. Да ладно, но я не в ту сторону пострелял, серьезно? Не попал. Так. Выживаем цикл, короче. Только возможно, что ему надо 2 хп еще снести, а не 1. Я не уверен. Блин, попал. Ну ладно, давай хоть так. Пульки. Замешкался я то и влево, то вправо. Сколько можно промахиваться? Прыжок не прожался почему-то. Или я его слишком рано нажал? Непонятно. Какая музыка бы больше подошла к этому боссу, я вот не могу понять. Нужно, чтобы вступление какое-то было секунд 5, да, где-то вот, ну, пока у него хп набирается. И потом что-нибудь такое в тему, чтобы... Вот я что-то не могу нормально придумать, если честно. Слишком ритмично они подходят. Вот как, вот это, даже вот это вот не очень подходит. Ну, он такой более медленный босс, так что тут что-то нужно чуть помедленнее, как по мне. Ой, он уже? Я не ожидал, я, конечно, не хотел его на этой фазе переключать. Яркий момент. Ну,
кому ставишь пиво? Мне не надо. Или себе ставишь пиво, если я не пройду? Да ну не в ту сторону пострелял, воу. Я что-то, у меня руки не разогрелись еще. Ой, это Грейн Стори. Ты каждый раз ты говоришь. Каждый раз ты говоришь, что вот сегодня я его убью. Вообще ни на чем не основан абсолютно. И каждый раз ошибаешься. Ну, рано или поздно ты, конечно, окажешься прав, потому что когда-нибудь я его пройду. И то, если ты будешь на этом стриме. Попал. Попал. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Как там? Ну как там было вернуться? Я не понимаю. Ну нет, ну Грейн Стори, но ладно, забей, говори что хочешь. Ну, печально то, ну сейчас-то нормально уже. Свои мультики мне надоело. Просто лагает то, а не у тебя.
просто лагаю. Отгадай, почему? Ну, конечно, я не могу быть уверен на 100%, но я почти убежден в причине. Ну, потому что под вечер по московскому времени. Ну, так как у нас в московском часовом поясе, ну и рядом там плюс-минус один, да, больше всего зрителей явно. И, ну, они после работы налегают на просмотр, и сервера просто не справляются. Стало больше пользователей, а сервера те же. Не, ну я не знаю, может быть именно у тебя в другом чем-то проблемы, но в целом, я тебе говорю, почему может лагать в целом кибергейм. Потому что я тоже замечал то, что лагает кибергейм по вечерам бывает. Не всегда, но... Видимо, где-то критическую точку достигает иногда, но не каждый вечер. Почему не можешь? Ну, с лагающим даже садиться не стоит. Ну, зачем ты? Ты потратишь себе просто нервы и все впустую. Что у тебя с Final Fantasy плохие ассоциации какие-то? У меня только положительные. Я очень люблю Final Fantasy. Пройди, ну это же хорошо, ну я просто не понимаю, почему у тебя смайлик фу, ну типа, ну тебе это не хочется, ну если не хочется, значит дропай как бы марафон. Блин, ну, жесть.
почему он так поздно меня... Ну, я не могу тайминг уловить. Я думал, он меня уже откинет. Успеет, пока до меня долетит эта штука. А если бы я попытался прыгнуть, я боялся, что я прыгну наоборот. Ну, вы понимаете. Он меня откинет, после этого я нажму прыжок, и в итоге я как раз-таки наоборот эту ковришку и отпрыгну вниз. Просто надеялся, что он меня откинет до того, как она до меня долетит. Не попал. Да я ни разу не попал. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. А какую музыку то ты предлагаешь на этого босса? Ну такую, давай, вот серьезно, можешь предложить? То есть она должна быть не очень ритмичная, желательно вступление секунд 5, да? Ну сколько там это здоровье его заполняется? Вот. Какую бы музыку ты вставил на этого босса? Это, блин. Знаешь, вот заказал. Ну с чего ты вдруг так спросил, странно. Я даже не упоминал об этом. Правда, но это лучше, чем табуретка. Ну, разумеется, я на табуретке сижу. Тупо квадратный табурет. А, ну чуть-чуть только с мягкой этой, ну, как это называется, подушечкой, на которой сидишь. Ну, такая, относительно мягкая. Ну, типа, чуть лучше, чем деревяшка. Так, тупо табуретка, без спинки, без всего. Привет, Анатолий Эко.
Я это пропустил, ты прошел Freedom Planet или нет? Я же там что-то до конца стрима не досидел. Эй, Банка. Yes, it's Gravity Man, very hard boss for me. I'm surprised. Что за жесть? Ну, ну бывает, да, обидно. Дорогие наушники были, нет? Так, последний удар, да? Блин, 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 блин. А, рублей за 100? Ну тогда пофигу. Да, ну блин, ну что же я затупил-то так? Ну купи еще за 100 рублей, лол. Я думаю, даже для тебя 100 рублей это не такие уж деньги. Наушники. Ну не каждый же день.
4, 5, 6, 7 и 8. Вот сейчас надо было жить. Можешь карточки посмотреть. Если так, ну это возможно у тебя что-то с интернетом, с DNS, скорее всего. Предки божьи, без понятия, абсолютно без понятия. Я не строю никаких, как это сказать, предсказаний, да. Без понятия. Я его мог убить с 3 назад, да, когда я там уже до последней фазы доходил стабильно. Я мог уже его убить. В любой момент, абсолютно. И сейчас, в любой момент. Может быть, вот это победная попытка. А может, нет. А может, еще будет 100-200 тысяч попыток. Я не знаю просто. Почему оно... Стоп, а синие всегда отталкиваются? Стоп, он синие вообще не выпускает. Я что-то только сейчас понял, что синие никогда за край экрана не вылетают. Я, если честно, подумал, что синие время от времени улетают за край экрана, он новый выпускает. Тогда бы я среагировал бы на нее. Я просто думал, что она может улететь за край экрана. Почему-то ой добавляешь в конце, это, ну, да, после 3-го стрима. В эту игру эту игру прохожу уже 78 часов. И то, это не считая времени, когда экран гейм-овера. В это время счетчик не идет.
6, 7, 8. А зачем я это сделал? Без понятия. Зачем я это сделал? Ну. Да, но ты в обливе ничего делал. Ты умер эти 26 часов умирал на одном и том же боссе там, или что? Я думаю, что ты исследовал огромный мир. Что сравнивать-то? I hit him on wrong attack. And he start last phase on wrong position. My private best is 1 HP left. Ну, Тор, еще раз говорю, ну как, какой смысл сравнивать, да, 126 часов Обливиона и 78 часов Камиле при первом прохождении? Ну это вообще, это совершенно разные вещи, ну даже по трудозатратности. Там ты играл и наслаждался, ну, большую часть времени, скажем. Вначале, может быть, было там тяжело, типа, когда сложные квесты. Но, думаю, большинство времени ты играл и наслаждался. Блин. Блин. Я кнопку Windows нажал. Thank you. Yes, 1 HP left. Again. Thank you.
Давай, Тор, удачи. Я опять сделал неправильно. Правильную вещь. Блин. Drink водка? No. Давай, Тор. Такие-то стереотипы. Давай, ну... Просто не промахивайся на первую фазу.
нельзя просто взять и не промахнуться. СК2ТВ опять disconnected был. Шесть, да, уже вроде. Не, пять, шесть, семь. Да нет, это плохая фаза. Не, надо... Надо начинать с той. Надо с той начинать, по-любому. Ладно, ну цикл ждем, значит. Попал. Раз. Да что ж такое? Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. А мне интересно, он синие шары пускает всегда одинаково или нет, если он стартует фазу с одной позиции?
Или у него угол рандомный? Привет, Михаил. What is zigzag jump? Sorry, I will translate it. Google can't translate it. My reaction not enough. I'm too slow. Я не хотел запускать эту фазу сейчас. Блин. Ну, просто не могу. No, I do not smoke anything. Ну, пророк, значит, Адольф жалуется, я хз, как бы, ну, ты же знаешь, от меня не зависит никак. Это система. На Твиче, по-моему, моментально давит смайл, вообще прям, по-моему, то есть там меньше секунды проходит. Потому что я много раз видел, как чувак какой-то подписывается и тут же ставит смайл. Ну вот этот вот платный. Thank you.
Но это фейл чат отобразил, да? А этот не отобразил. Привет, Сейдер. Сколько раз я попал, я забыл посчитать. Ну ладно, визуально будем определять. По-моему... Блин, я думал... А, ну хотя как раз то идеально получилось. Я видел ее, но я думал, может быть, снизу попробовать подковырнуть, но... Не пошло. Привет, Сова. Как дела? Я недавно на Твиче подписался некий пользователь с ником OwlSChair. Не IS, а S. Ну, то есть одна буква. Тоже с подчеркиваниями. Ну, вот с этим боссом я застрял, а так нормально. Даже хорошо, я бы сказал. Привет, Defender. Стараюсь. А, это Gain Story? Лол. А почему это от меня должно быть секретом? Я что-то вообще не очень въезжаю, если честно. Ну, как-то... Стул совы. А, S, поэтому S. Я понял. Зачем стул совы на меня подписываться? Что я сделал?
Привет, пророк. ХЗ, я привыкший. После этого Destination у меня глаза адаптировались ко всякой такой фигне, по-моему. Ну вообще, по-моему, пользователь Сыпророка говорил, что он не бот, а типа, ну, за реально чувак зарегался с таким ником. Ну, то есть, типа, у него нет другого аккаунта, если, ну, если он не врет, конечно. Но вроде бы он такое говорил. Скорее всего, конечно, врет, но он вроде такое говорил. Сова разве не на веточке сидит? Привет, Патрикарик, отличный босс. Всем желаю такого босса. Да ну не попал, ну как, сука, можно не попадать уже. Да я не помню, где они вылетят, я ориентиры не стал ставить сегодня. Вроде бы и без них справляюсь, но только не в таких ситуациях дурацких. Да ладно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бам, да ладно, ну.
Блин, там впереди вроде довольно прикольный босс, но не. Я хочу уже посмотреть. Я даже не знаю, какие там атаки, наверняка там интересные атаки. Я знаю, что там несколько фаз а-ля Тоха. Ну, блин. Хочется попробовать уже. Хорошо, что мне хотя бы Гравимен не напоследок остался, а то бы я бы еще сильнее, наверное, горел бы на нем. Так хотя бы, типа, ну ладно, половина бы сразу только пройдена. А то я был бы знал, что мне от прохождения бы сразу отгораживает одно хп этого Гравимена. Два раза уже. Ну это такое. Я думал, ему еще один удар надо. Блин, ну ладно, давайте опять эту попробуем. Она более дурацкая. Я думал, не заденет. Привет, Мэдичи. Ну я на прошлом стриме еще сменил. Неужели вы все уже разбежались к тому моменту, когда я сменил? Ну, в принципе, ничего удивительного. Я прям во время стрима сменил ее. И продолжал еще с ней играть. Ну и правильно, а чё сидеть на этом боссе? Просто уж ты не первый, кто спрашивает. Ну, мне немножко это надоело, я решил сменить обстановку. Меня уже это угнетало. Ну, я не знаю, Снап, как это называется, но это, короче, с Final Fantasy 1 на Sony PlayStation. Привет, Снап.
могу я там попасть, не могу, не могу, не могу. Я вспомнил. Да что такое, ну? Да, конечно, ну чё же я затупил-то так? Почему я думал, что она проскочит? Я боялся справа ее огибать, думал, что она отскочит и наоборот меня справа убьет. Ну лол. Это так сложно рассчитать. Это серьезно, очень сложно рассчитать. То ли она отскочит и ударит меня справа, то ли она наоборот. Только лишь долетит до левой, я справа бы обошел бы ее. Тут на ходу очень сложно рассчитать. Где-то таких случаев надо сохранять второй прыжок, но блин, тогда в крови моя на хрен попаду тоже. Что-то не прятаться.
хоть без это, без промахов уже радует. Два. Три. Блин. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Блин. Конечно же, он выпустил туда кучу всего. Только лишь два, три, четыре, пять, шесть, семь. И ждем цикл. Надеюсь, выживу. Как? Ну увидели? Ну, там летела ковришка одна, я ее перепрыгнул. Там летела вторая ковришка, ее я пытался перепрыгнуть, но там уже еще летели пули в меня. Ну, как это можно было пройти? Промахи — это так здорово, всегда весело, неожиданные фазы наступают, которые я не помню как переходить, тем более без ориентиров. Четыре только. Шесть. Семь. Ладно, давай тут. Thank you.
что я делаю? Ну не попал-то туда, не возвращайся. Ну не, никогда не возра... невозможно возвратиться. Если уж проскочил это место, иди направо. Все равно там легко развикрить в полете. Такой бред. Что такое? 4, 5, 7. Ну ладно, давай. Ой-ой-ой, ну это вообще жесть была сейчас. Третий раз уже это, третий раз. За сегодня второй раз. Два раза сегодня оставлял у него 1 хп, убивая босса уже 12 часов. Третьего апреля, Снап. Я не уложусь. Я не уложусь. Если у меня не попрет внезапно после босс-раша, я не уложусь 100 дней. Я уже начинаю бояться, что я не уложусь. Ну, прям, наверное, не безосновательно. У меня еще впереди еще босс Бусраша. Только потом. То, что после Бусраша. И финальный босс, который... Ого-го. Финальный босс это вообще не шутки. Вообще не шутки финальный босс. Это тебе не какой-то жалкий Салгрин там. Отгниваешь?
идеально урон. Надо было хоть прыгнуть до приличия. Я пытался. Ну давай, удачи, Ксенрир. Как-то не попал-то. А, это еще и был не последний урон. Ну ладно. Тогда цикл ждем. Что я сделал? Прыгнуть же надо было. Прыгнуть.
чё, ну... Зачем я прыгнул-то так не вовремя? Начинает. Я бы сказал, уже догорает. Ну просто оно не... Бомбление-то никогда не переходило и вряд ли перейдет. Но горение давно. Горение давно. Ну надо же. Дурацкие его пули. Здесь спам не нужен, если ты не заметил. Вот опять, на этот раз повезло. На этот раз повезло, но вы видели, опять стена, она летит вот так. И непонятно, если я сюда пойду, может быть, она отскочит, и я напрусь. Либо она сюда идет, и я здесь проскакиваю, и... Ну, вы поняли. Вот сейчас повезло, а в тот раз не повезло. Хрен знает. Привет, Гантригер. Что я сделал? Я какую-то фигню сделал опять. Я сегодня ему оставлял один HP, одно здоровье. Два раза оставлял. Конечно же, она оттолкнулась, ну, там так было непонятно, куда она оттолкнется. Я лично не понял. Ну, то есть как-то то ли вправо, то ли вверх, ну, точнее вниз, ну, короче, хрен знает.
Мэдичи, ты по-английски можешь говорить? Ну просто там он чел один сидит, грустит. Единственный, кто тут на английском в этом чате. Так он мне писал там, типа, релакс, дринк, водка. Ну, короче, такое, да. Видишь, ты не прав. Окей, найс.
Что я сделал? Декатрестись курсор? Чему сейчас в школе учат, да? Ну ясно. Что он с какими-то не теми, по-моему, русскими пообщался. Видишь, ну, типа, да, это же не считается, да, я понимаю. Но другое было, которое считается уже один раз. Anyone can use Google Gain Story. If it's not blocked in your country. Да, Мэдди, что-то не прав. Это не это означает, это... То есть, ну, молодец, это не очень хороший человек, а человек, который сделал что-то правильно, наверное. Да, делает что-то правильно. А, молодец. Ну, давай еще такие слова объяснять, которых смысл там, ну, как, устаревший. Ну, не то, что устаревший, но мы же так не говорим, да? Блин, это уже, знаешь, это слишком сложно для иностранца.
Межконтинентальная баллистическая ракета, молодец. Неплохо. Как он задолбал-то, ну лол. Я не знаю, о чем ты прораб. Все ж поняли, какой тот двойной корнер, да? Последний экран сам спайка, но это боль. Гравимен, ты кончился. Вот так-то, вот так-то. Фу. А его взрыв он убивал, да, естественно. Не зря я перепрыгнул, я думаю. По всей случае передаю привет маме. Спасибо всем, спасибо. Ну что ж. А, взрыв не убивал, да? Так, теперь босс, следующий босс, это Нью. Последний босс. Босс Раши. Ну, давайте хоть посмотрим. Ага, защита от спама. Ладно, в Destination почти ничего рандомного нету.
ну, чего-то такого рандомного, что... Ну, только вот на желтой фазе там и на последней. А так... Destination я бы сказал, что прям такой уж прям рандомный босс, прям куча RNG. Нет. На фиолетовой фазе вообще ничего. А, ну на красной я забыл. Ну, такое. Если честно, даже никаких эмоций нету после Гравимена. Ну, я рад, что прошел, но видите, никаких особых эмоций. У меня не трясутся руки там, да? У меня, не знаю... Мне надо пойти там умываться, как в тот раз. It's new. I never seen this boss before. То есть я, ну, короче, никогда не видел этого босса. Ну, то есть я видел только вот картинку, да? Эту первую фазу, то, что я вам включал в самом начале, и все. Я не видел, какие там следующие фазы будут. Ой, тебя же Гантриггер напишет, а кто это, да? Ой, я выжил. А что за ню-то? Я же не знаю, ну ню и ню, а что за ню? Бездушным спидранщиком третьей камилки? Нет. Опять ты про свой Z3, я даже смотреть не буду. Ты бы еще Хэппи взялся проходить. Из какой части, но все-таки из Тоха, да? Ну, вроде музыка вот из Тоха, где-то я слышал точно эту музыку, но в какой-то части. Да, извините, если вы пришли за эмоциями, там, хотя бы от победы, да, уж не говорю про горение, а их не было, ну, потому что у меня выжил их все, Гравимен. Не знаю, что-то нет от них, ни от него никаких эмоций. Правда, прошел босса. Ок. Давай погуглим, мне тоже интересно. Смотри, у нее крылья какие-то очень странные, похожи на...
какие-то гвозди, ну, типа, я не знаю, гвозди какие-то такие, как это называется, такие типа кнопки, хрен знает даже, за что это похоже, и какой, и шарфик какой-то развеивается, или это второе крыло такое. Что это? А его же цесла это. Better if you continue write on English because after translate not good. Настя, ты моргаешь, что сервер такой морг, морг. Я не знаю, как это выглядит. Да, я подумал об этом, когда уже говорил, но решил никак не исправляться. Может, так даже лучше. Мид-босс? А, подожди, ты написал? Мид-босс экстра-стейджа 13 части? Ну да, мид-босс, быстро пройду. Чё, кто Тоху проходил хотя бы какую-нибудь часть? Поднимайте руки. Ну, Гантриггер, ты можешь не поднимать. У Шведа можете тоже спросить. Нет. Чё, какие части Беленков проходил? И какие там понравились больше?
И проходил ли на 1CC какую-нибудь часть, или может на харде, на лунатике? Седьмую часть только прошел? На нормале, на плохую концовку, да, с концами? Давай, Гансторий, удачи, спасибо, что зашел. Твое предсказание так типа сбылось. This boss one time. One death. I never played this boss before. Эта фаза выглядит довольно жестенько. Блин. А, на предыдущем? А. Так, а сколько мы сейчас? Yes, wait a minute. Так, 19 860, получается. Что-то твич дурацкий. Сейчас. Блин, у меня заключил браузер весь. Сейчас. Секундочку. Ждем, пока прогрузится. Так, это я написал, потому что я не знаю, как цифры эти по-английски сказать. Ну, могу, но проще написать. Блин, ну сейчас, чё он не прогружается-то? Глупый Twitch, все прогрузился, поехали. Ёбарка, да. Ну, а он, но он нанес умышленный вред моему каналу.
тоже напишу, потому что тяжело сказать мне это цифра. Не знаю, сколько у нее фаз этого босса, но мы видели пока две. Но судя по тому, что я вторую почти прошел, да, там чуть ли не с первой попытки, то я так полагаю, что, ну, вторая точно не последняя. Значит, надо третью увидеть хотя бы сегодня. Но мне кажется, раз это взято из Тоху, то у нее может быть их... И штук 6 даже там. Я не удивлюсь, если там вообще их штук 6. Изи, по-моему, вообще. Может быть такое. Смотрите, как нарандомило. Пустое пространство почти. Кстати, так не говорят, блин, как ты написал. По-моему. Да блин, ну это жесть. Я, конечно, не знаток английского, но что-то, по-моему, это неправильно. Еще один. Привет, P2. Вот нечего, надо следить за стримом. Ходят там где-то, моргают, сидят. Привет, Шупук. Как там? Камилка поживает. Я на твои стримы никак попасть не могу, но так вообще в курсе, что ты убиваешь Камилку. Я забанил Йобурга. Он нарушил правила Твича. Даже не моего канала, а Твича. Из-за этого могли забанить мой канал. Играю по 20-30 минут, только до 4-й фазы дошел. До 4-й фазы дошел? Ну, неплохо. Ну, то есть, в принципе, ты можешь уже убить либо момент, так теоретически.
Бля, видишь, я только на босс-раше, но для меня это уже успехи. Я 3 боссов убил, сегодня убил Гравимена, вот буквально минут 20-30 назад. Блин, чуть-чуть не проскочил. Видишь, 3 телепорта сломано. Круто. Для меня это норм вообще. 79 часов я играю в эту игру, 21 тысяча смертей. На бусраше я уже, по-моему, ну, не по-моему, а где-то в районе 35 часов вроде бы. По таймеру игры, по таймеру игры. А по реальному, ну ты знаешь, там больше может быть. Даже не может быть, а 100% больше. Правда, не знаю на сколько, но, наверное, на пару-тройку часов, скорее всего. Я вроде долго не сижу на экране с геймовером особо. Но тем не менее. Гантриггер. Не будем об этом, не будем об этом. Я и так уже, я так стараюсь не спойлерить, но вообще не получается, не спойлерить. Я в целом уже, вроде бы, можно сказать, даже знаю, что там дальше будет, но давайте, чтобы, если что, не соврать вам и так далее, плюс сохранить хоть какую-то интригу для тех, кто не видел. Просто проходим этого босса. Неадекватные что-то вот эти шарики, лол. Ну, они такие что-то неадекватные. Ну вот, собственно, шупу, о чем я говорю, то что давай-ка без этих, без спойлеров, что там дальше. Я говорю, ну хоть и я по названиям, в общем-то, знаю, но в целом я не видел. Все равно я, то есть в целом я все не видел. Только так. Ну, грубо говоря, вот там. Только по названию знаю, что дальше будет. Ну, плюс там, может быть, скриншот видел. И все. Ну, естественно, последнего босса я видел, да. Последнего босса я видел практически целиком. Но это такое. На самом деле видел давно, я недавно видел у Генлажа первую фазу, примерно половину первой фазы, а вторую половину я не видел и не помню. И видел вторую фазу, но я ее и так помнил. А третью и четвертую я даже не помню, как она, что там происходит, и не надо говорить. Ну, я только в курсе, что там, ну, опять же, ну, все, не будем, увидим. И когда дойду. Да, что-то этот босс такой, конечно. Но, по крайней мере, это не так уныло. Это не так уныло. Здесь довольно прикольно метрить. Грейзит. Интересно, что она по сюжету делает, этот мид-босс 13-й экстре. Я не помню вообще в 13-й части, я там вообще сюжет не знаю. Я понимаю, что тоху и сюжет это такое, да? Но тем не менее, я во многих частях хотя бы его читал просто, ну ради любопытства.
Но в 13 вообще не помню. Я вот сюжет 15 Тоху могу в деталях рассказать, потому что пока я ее проходил, мне напомнение его в деталях рассказал. И причем еще обижался, если я его сообщение вслух не прочитаю, где он сюжет описывает. Одно хп оставалось на второй фазе. Но, и опять же повторю, я до босса дошел минут 20 назад, ну 30 уже, наверное, назад. То есть до этого я вообще в него не играл. И я не видел его ни на ютубике, нигде, то есть... Ну, а тут особо видеть-то и нечего, я так понимаю, по крайней мере на этих атаках. Ну, просто микри. Что думаешь, за Subserver 10 часов тоже буду убивать, да? Ну как тоже, Гравимена даже я больше 10 часов убивал. Наверное, где-то 12, или даже... Не, больше, по-моему, я 14 убивал Гравимена. Ужас. Это ужас. Кошмар. В оригинале, в смысле, именно в Тоха? Кстати, Сайлент, привет. Я что-то твое сообщение увидел и не поздоровался. По-любому ты там в Сайлент режиме сидишь. А, Вайвона Breaking Out. А я хз, я ты. Голосовалочку пропустил, ну такое, да. Спасибо, Владислава. Ну, по-моему, как бы не знаю, многие говорят, что вроде Нью самый простой босс. Либо Гравимен, либо Нью. Японии было две религии, буддизм и еще какая-то. Одна баба, которая подняла Японию с колен, верила в третью, и ее начали ненавидеть. Над ее дворцом построили буддийский храм, и она замутила эликсир бессмертия и благополучно жила в заточении, пока про нее все не забыли. Пророк. Я дурак, ладно. Так, давайте посмотрим сейчас. Чё, кто стримит? Я не, ну пока я еще не знаю, заканчивать или нет. Но фиг знает, на самом деле. Можно, в принципе... Можно, в принципе, и закончить, наверное. Ну просто хотя бы из-за того, что как-то надо нового босса с нового стрима, знаете, как-то так просто не пойдет. Но я не знаю, может быть, в принципе... чуть поиграть. Этот босс... Ну, знаете, тогда, наверное, я сейчас закончу стрим, а потом я поспрашиваю советов, как этого босса убивать. И... Ну, короче, может быть, гляну там на ютубике какие-то фазы там, да? Ну, и все такое.
Давайте зарейдим опять Тиджи, потому что, ну не знаю, как-то скажем хоть Gravity Man Killed Крейгазм. Нет, не Крейгазм, подождите, другой смайл. Все. Dance Game. Все, всем пока, увидимся на следующих стримах.